Охренено. Да. Все поплыло, это фигня. Да. Прикольно. Прикольно, слушай. Классно. Такой берег. Замерзшая река. Просто реально классно. Берег на колесо не очень тяжелый. Попробуем сзади. Хотя велик, наверное, легкий, оно не треснет. Если я подкину сейчас... Не, так про... Вот, смотри. Три. Ну да, там видно, кстати. Да не, не ломай, вот уже трещину сделал. Блин, прикольно. Тут так высоко и не поднимешься, говоришь, подними. Смотри, тут же видишь, эта рубашка с тросиками. Она прямо как натяжку, если поднять, оно, ну как бы руль ты не повернешь потом. Оно будет натяжение, ты не сможешь руль ворочать. А, так видишь. Надо так... тросики длиннее покупать. Так там много заморочек. Плохой велосипед. Коротки мягкие. Прикольно. Не, ну в реале, знаешь, не так смотрится, как на экране. На экране не очень, но в реале вообще так классно. На экране немножко не так. Не так классно, как в реале. Тоже прикольно, но не настолько, чтоб прям максимально, как в реале.
Это, ты в шапке? Короче, иди сюда, если не подними, чтобы слышать, как вода журчит. Ты вообще получишь 5D эффект. Ладно. Знаешь, где можно было съехать с горочки? Где? Вон, видишь? Вот. О, не. Ты оттуда, это, точно упадешь? Нет, так не в реку же, а вдоль горки, вниз. Вдоль? Так это надо переходить где-то. С этой стороны, наверное, даже не перейдешь. От бактерий? Ну, да. Смотря от каких. Ну, разные же бывают. Не, бывают и полезные, но я сейчас говорю про опасные бактерии. Не, я думаю... Их, по-моему, любой боится. Не, я думаю, здесь нету опасных бактерий. Я думаю, есть. Природа, в природе много чего пока. Так, а как мы здесь раньше плавали, или ничего с нами не стало? Ну, значит, тогда не так грязно было. Сейчас вот... Ничего ж не стоит на месте. Ну, так, а сейчас что изменилось? Что раньше здесь живот... Поменялось то, что, возможно, здесь накопилось в среде в этой всякой херни больше. Завезли, может, эту херню. Конечно, не намного чего. Все меняется. Течение так прикольно, знаешь, наблюдать. Особенно, когда медленно двигаешь камеру. Оно тогда потом не смазывает в кубики. Это что, когда быстро двигаешь и много объектов, значит, типа природа, листья, там трава, оно потом смазывает в кубики. А когда медленно, оно не смазывает. И оно все четко так смотрится потом, когда смотришь уже на большом экране.